Всем здравствуйте! Сегодня хочу продемонстрировать звучание акустической системы Kenwood LS880 класс А. Они будут подключены к усилителю Pioneer A717. Два дня назад решил все-таки пропитать подвесы, купленные в Питере, в диффузор, ихней пропиткой. Но там, как товарищи сказали, на 1-2 раза, я пропитал все-таки на 4 раза. Жидкость похожа, очень похожа на просто на обычный клей разбавленный. Потому что вот кисточку, которую я покупал для подвесов в Японии, ну точнее сам комплект, да, то бишь она была покрыта клеем, то бишь это пропитка всего лишь обычный клей, это не то, это просто кисточка была от этого комплекта. Так что вот сколько мне еще осталось, это нанесся на 4 раза. Тоже один друг сказал, что он наносил не только изнутри, но и снаружи на один слой. Но снаружи я наносить не стал. Ладно, поехали. Хочу включить старенькую песенку. Очень-очень хорошую. Поехали. I would give my life
Ну, как-то и так. Честно говоря, у меня сначала были подвесы без пропитки, просто были приклеены. Но я решил, что пусть они пока хорошенько встанут. Но потом, где-то, может быть, через месяц, вот прошел месяц, как они подвесы сделаны были, то я решил все-таки в свободное время заняться их пропиткой. Честно говоря, стали немножко пожестче. Ну, тем самым они просто закрывают этим типа разбавленным клеем, который похож на водичку. Они просто закрывают поры, которые есть в ППУ, в подвесе. Да, вот японские подвесы, они я заказывал специально. Сейчас я даже сниму. Сниму, не поленюсь, пока есть время. Они идут с напылением резины. То бишь я заказывал с напылением резины. И пара подвесов таких стоит около 7 тысяч. Вот то, что у нас продают в Питере, да, вот эти. Буквально сколько за них? 350, что ли, за один, или как 300. Ты в эти за 2 они берут 7 тысяч. То бишь это как бы ППУ, но он мелкозернистый и с еще с напылением резины. Как-то вот так вот. Акустика довольно-таки хорошая, очень-очень яркая. Вот я бы слушать, конечно, как с акустикой Kenwood 990A. Я вот пробовал сравнивать с SG. Немножко не то. Эти будут чуть-чуть поярче. Даже не чуть-чуть, а намного. Ладно. Всем спасибо за просмотр. До свидания.